Соединенных Штатах аллигатор заполз в дом через дверцу для собаки и напугал жильцов. По словам хозяев жилища, ночью их разбудил лай собаки. Они услышали, что в доме кто-то шумит. Супруги предположили, что в дом забрался грабитель. Они осторожно спустились из спальни на втором этаже вниз. Однако вместо вора на полу в холле пара увидела силуэт аллигатора. Муж с женой вызвали сотрудников по охране дикой природы. Они поймали аллигатора и выдворили его из дома.